Всем приветствую, Данте. Сегодня продолжаем играть в Diablo 3. Вездесущие пауки – одни из древнейших созданий этого мира, которые быстро приспосабливаются к новым условиям обитания. К несчастью, пауки очень восприимчивы к магии. Поддавшись магическому воздействию, они значительно увеличиваются в размерах и даже получают способность самостоятельно использовать заклинания. Я вижу, как они самостоятельно используют заклинания. Чтобы случайно не столкнуться с этими существами. Да. Случайно не столкнемся, мы специально столкнемся. Так уж вы. Не сомневайтесь. Так тут... А, вот ты и мне опять сегодня. Господи. Так, не знаю, надо идти открывать по плану, наверное. Ну, вообще по плану, да. Зло может скрываться где потому что почему-то я все время вверх, когда шел, там всегда паучиха была. Внизу их никогда не было. Так почему-то меня всегда вниз тянет вместо вверх там. Это такой человек. Я помню, как я тут чел. Какое чудовищное создание! Вообще. Такое чудовищное! Стой! Так, это шо? А это для заклинательницы, которая будет во втором акте. Оп! 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 Мелкого убивает. Не надо. Зараза. Кто вам разрешил вставать? Ой, как бы так бы сесть поудобнее. Пум-пум-пум-пум. Когда-то я был одним из них. Я один из них. Неприметным. И вот однажды я услышал голос, открывший мне мое предназначение, мое призвание убивать всех, кто осмелится потревожить госпожу и темные силы, что ее сотворили. Я избранный. Я избранный. О. Вот это весело сейчас будет. Враги, которые на время переходят под мое начало. Да я их обучу, как подыхать за 2 секунды. И красиво. Очень красиво. Да, отлично. Ох, нифига ли вы на меня подать. На одну шифрину попытаюсь. Ну что? Умирать будем, как? Так, да, лечим, кстати.
когда сферу подбираешь тебе на время. Больше останавливается, какой-то. Промежуток времени, буквально мгновение. Одно мгновение весны. Так, ярость. Скорость атаки повыше. Помпом. Помпора. О, получил. На. Ну, проверяем. Ну, в принципе, там 50 на 50, я так понимаю, да? Как я угадал, блин? Пыльная сумка. Самое важное сейчас — обезопасить замок от тристранских изменников. Выход из пещер, находящихся к востоку от него, расположен слишком близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился подчинять пауков своей воле. Это может оказаться полезным. Архиепископ Лазарь? Мощно. Сокровища! Самое интересное было бы, если... в реальной так жизни научиться управлять телефонами, типа телефонами. Хотя фиг его знает, может умею. Каким-нибудь макам. Ну хотя... самый простой способ — это автотап. Тапом паука так. Наааа, и все. Я не верю в чудеса, но паучиво полетел в небеса. Моя госпожа приняла меня. Ах ты пентиум первый, а? И валяешься. Я сейчас почувствую ей... сейчас она почувствует мой кинжал на своей заднице. Еще фиг накликаешь. Куда наверх. Мадам, здрасте. Это ужасно. Она высасывает внутренности своих жертв. О нет, нет. Слишком поздно. Она уже близко. Давайте познакомимся. Паучью королеву? Здрасте! Помирать будем или как? Мне нужно больше гнева. Так, за... куда ушла? Иди сюда. А ну вернись. Ну, может, теперь там, вероятно, просто подействовал. Только я убиваю быстрее врагов, блин. Пока определяется там вероятность, чтобы... куда пошла? Запечатали такие проходы, наверное. Да, пометки берем. Ну-ка. Вероятность очень плохая, вам скажу. На тебе. Королева пауков, которая умеет летать, можно просто... чтобы растворить паутину,
понадобится яд, паучь. Уговаривают, что незадолго до смерти просадить яд нам нужно. Архиепископ Лазарь экспериментировал с группой необычайно крупных пауков. Чтобы паутину растворить, и многие из его прислужников тогда бесследно исчезли. Пещеры возле замка стали обителью безмолвного ужаса. Их облюбовала гигантская паучина. Карин! Спасибо. А теперь помоги мне выбраться из этого ужасного места. Марсюрасян, где? Идет сантиметр в час. Когда вы... Пам-п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 ам. Должна признаться, что я... Блин, опять забыл засечь, во сколько начал снимать. И как меня угораздило. Не сочти меня неблагодарной. Но ты что здесь делаешь? 10 минут за... Я разыскиваю человека, которого похитили сектанты. Сектанты? Бож, пакет. Я видела, как они кого-то волокли в замок Леорика. Может, нет, так и не Леорика. Который тебе нужен, но добраться туда непростая задача. Не могу сказать, что горжусь таким поступком. Ой. Случайно. Должна признать, я разыскиваю... Сектанты? Не могу сказать, что горжусь таким поступком, но я украла у могущественного шамана Хазра посох. Козлоногие разозлились, преследовали меня, и единственным выходом было попытаться спрятаться в пещеру. Этот посох остался в моей тележке на высокогорье. Если отыщешь его и пойдешь с ним к заграждению, которое построили Хазра, тебя точно пропустят. Ну, я надеюсь. Оригинально. Окей. Когда-то эти земли принадлежали короне. Моей? Ты что? Я засранцем не хожу, понимаете. Пленный мотылек – необычный феномен. Для насекомого он обладает гигантскими размерами и каким-то образом бьет своего противника током при нападении. Именно по этой причине множество именитых исследователей природы погибло при попытке поближе рассмотреть это существо. Полагаю, не следует повторять их ошибку. Наверное, не стоит. А тебе можно, идиота не идет. Обычно. Ну, хотя таким дуракам, как ты, ну, навалят. Окей. Сопротивление всем стихиям. А, вот, кстати, насчет нанесения. Ура! О! Во! Хе-хе-хе. О, кстати, можно к силе добавить. Можно к интеллекту, можно к ловкости. Кстати... Сейчас я много потрачу, честно говоря, денег. Ой, очень много, но все равно за кадром их все восстановлю. Очень сейчас много денег уйдет. Очень много. Так, где это пас? Один лям. Целый лям. И нету. Нету целого ляма. Это просто пипец, вспомни. А, да безупле. Ух. Королевский рубин нужен. Я только что лимон больше лимона потратил. Полтора лимона потратил ни на что. Ну, по-моему, там дамага должен быть больше. Да. Гораздо больше твою дивизию, а?
Основная характеристика для воров и кинозавров. Лечит весь носимый им урон героев. Этим героям, ну, повышает показатели брони на 505. Что в вас в одно место и всех причем? Так, а сколько дополнительных? Ладно, пофиг. Денег можно нафармить. Без особых проблем. Кстати, можно сейчас... всю-всё отправить. ХП будет гораздо меньше, но дамага тоже. Ну, дамаг не очень. Больше 100, вот, ладно, в принципе, можно. Все в живучесть вернуть. Ладно, идем дальше. Ё-моё! Иди сюда. Сюда иди. Сколько штук много всякого хрени, а? Особенно непонятного характера. Времена, 5 кланов племени Умбару покинули пределы Тиганзы и перебрались на север. Впоследствии они превратились в Хазра, и лишь некоторые из старейшин сохранили магические познания, которые затем были переданы самым одаренным их детям. Эти дети... и стали шаманами Хазра, самыми опасными представителями своей расы. Да вообще, шаманы на шамане потом не скажут, что это во имя бога Васи Какашкина. О! Эп! Да нет, ну счастье. О! 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 Там есть какие-то, которые моему влиянию поддались, да? 50% очень амана... Очень... 50%? В общем, эти 50% очень... 50% очень просто. Да иди сюда, иди, блин. Опупевшая бит скотина. Господи, а сколько теперь самоцветов у меня будут. Ой, ладно, пофиг. Особо не страшно. Пещера клана Луны. Найти после Хазра. Так, у нас первый уровень, сейчас еще будут. Будет как минимум второй. Без третьего. Постигал премудрости колдовства. Наконец-то я буду вознагражден за свои усилия. Сама Магда отметила мои заслуги. Она обещала получить особое задание, которое восславит владыку вовеки. С нетерпением жду завтрашнего дня, когда госпожа Конечно. Откроет мне мою миссию. Твоя миссия сдохнуть от моей руки.
Так можно особо, можешь особо больше не пытаться знать цель своей миссии. Все время не на то, не как этот проходимец смотрит на Лию. Я не дам ее в обиду. Конечно. Религия храмовика. С тобой люди чести. Храмовик. Довольный. Достойный выбор. Достойный выбор достойному придурку. Плюс еще мне надо ему хоть какое-нибудь оружие нормально дать. А то что-то про него вообще забыл нафиг. Главное есть. А оружие, блин, ему давать забываю. Более-менее нормальное. Ладно. Потом он с легендаркой моей побегает. Наверное. Блин, кстати, жарко в комнате. Это пипец, я вам скажу. Ладно, это, наверное, будет последняя часть на сегодня. Так, пусть она будет... Ладно, пусть она будет долгой. Наверное. А то я сейчас... О! Великий сундучелос! Нет. Так. О! Так, риски иначе. Окей. Оп! Вот так вот. Вот. У меня все научатся подыхать. Так, куда вы? Да? Опять это. Персонаж, как не да? О! Важная особа, если не ошибаюсь, надо убить определенных мини-ботов. Ну, точнее, желтых врагов. Вроде как. Ну, там могут быть. Может, чуть по-другому. Из него. А вот и все. Окей. Пора возвращаться. Как возвращаться-то? Мне обратно. Блин, только что лохнул снова. Ладно, давайте этому Пентиуму сделаем что-нибудь. Чтоб он если шлялся, так чтоб он меня не позорил. А то он позорит меня своим непрезентабельным видом. У него не такое понтовое оружие, как у меня. У него должен быть хотя бы нормальный топор. Когда-нибудь в жизни, в этой программе. Так, позолоченный щит. Позолоченный щит. Ага, а разницы-то особо никакой я не вижу, только в названии. Окей. Блин, вот надо будет скоро вот это все нафиг куда-то
пытаться сбыть. Потому что далее будет веселее. Понимаете? Так, надо более-менее так расфасовать. Получше. Окей. Ладно, на этом давайте закончим. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. Всем спасибо и всем пока.